Ваш персонаж передвигается на двух ногах? Что за вопросы? Я же даже еще не загадал никого. Давайте-ка мы загадаем с вами... страшного, страшного монстра Хаги-Ваги. Мне интересно, сможет ли Акинатор его угадать? Но давайте, как бы, допустим, да, передвигается. Ваш персонаж из игры Бравл Старс? Из игры Бравл Старс? Дядя, ты что, серьезно? Какой Бравл Старс? Нет, естественно. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Ну, знаете, так-то вроде связан, поэтому я отвечу, возможно, частично. Ваш персонаж видеоблогер? Да нет, он совсем не видеоблогер, хотя на Ютубе уже столько роликов с ним, наверное, уже видеоблогер. Ваш персонаж квадратный? Да нет же, что-то он вообще даже не близко. Мне кажется, Акинатор не сможет угадать моего персонажа. Мы с вами его сегодня затроллим. Ваш персонаж из страшилок? Да. Вот это правда, Хаги-Ваги этой страшилки. Ваш персонаж из пиццерии? Опа, он думает, что я кого-то загадал из ФНАФа. Но это не так, мы отвечаем нет. Ваш персонаж синего цвета? Блин, мне кажется, он обо всем догадался. Ну, допустим, да. Ваш персонаж игрушка? Вашего персонажа синяя шерсть? Да! Я думаю, это Хаги-Ваги. Ну, блин, как-то слишком быстро он угадал. Подождите. Загадываю. Все, я загадал. Я вам не скажу, кого я загадал сам. Ваш персонаж из игры Бравл Старс? Ну, как же сказать-то. Блин, чуваки, мне интересно, кто из вас первее угадает, Акинатор или вы? Но мой персонаж нет, не из игры Бравл Старс. Ваш персонаж из страшилок? Нет, совсем не из страшилок. Хотя, как посмотреть, знаете ли. Ладно, я не буду говорить, откуда мой персонаж. Ваш персонаж передвигается на двух ногах? Да, это правда. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Возможно, частично, а возможно... Да, связан, почему бы нет? Ваш персонаж видеоблогер? Да, мой персонаж видеоблогер. Есть ли в одежде вашего персонажа что-то красное? Чуваки, я не знаю, как на это реагировать. Нет. Я думаю, вы все уже сразу написали в комменты, что это Леня. Я загадал Леню с моего канала по Майнкрафту. Ваш персонаж всегда в черном? Нет, мой персонаж не в черном. Ваш персонаж женского пола? Да нет, Акинатор, даже не близко. Капец, мы его троллим. Вы просто не представляете, кого я загадал. Это такой персонаж, это персонажище. Ладно, все, подождите. Ваш персонаж ассоциируется с фиолетовым цветом? Вы же правильно подумали про него, да? Напишите в комментариях, про кого вы сейчас подумали. А так, нет, нет, с фиолетовым не ассоциируется. Ваш персонаж коричневый? Чуваки, ну что за вопросы? Нет, не коричневый. Ваш персонаж желтый? Да нет же, какой желтый? Чуваки, он догадается или нет, кого я загадал? Говорит ли ваш персонаж на русском? Да, да говорит. Ваш персонаж утюг? Да какого? Да какой утюг? Ты в своем уме? Ты чё? Нет, не утюг. Этот персонаж носит очки? Очки? Нет, мой персонаж очки не носит. Ваш персонаж имеет красно-синий окрас? Да господи, нет! Чувак, догадайся, это не так сложно. Задай правильные вопросы. Вашего персонажа квадратная голова? Ну, как бы да и как бы... Давайте, возможно, частично. Блин, мне интересно, вы-то догадались или нет? Ваш персонаж снимает музыкальные клипы? Да, снимает вроде бы. У вашего персонажа синяя одежда? Да, синяя. Носит ли ваш персонаж штаны из кожи? Опа, а вот и нет, чё? Подумал, что я загадал фиксплея? Ваш персонаж с белыми волосами? Да нет. Ваш персонаж снимал музыкальные клипы? Да. У вашего персонажа имеется молния? Нет. Он опять думает, что я загадал фиксплея, но это не так. В этом я уже признался. Ваш персонаж ведет канал на YouTube вместе со своей девушкой? Нет. Ваш персонаж оранжевый? Да нет. Ах, ты чё? Акинатор? Я думаю, все вы уже догадались, кого я загадал. Кроме него. У вашего персонажа английский ник на YouTube? Неправда. Ваш персонаж показывал свое лицо на Ютубе? Да, показывал. Показывал. Ваш персонаж из рода Романовых? Какой род Романовых? Ты чё, Акинатор, хватит. Снимался ли он с Владусом? Чё? Ну, возможно, частично. Ваш персонаж играет в Roblox? Возможно, частично. Ставит ли ваш герой ловушки? Да! Господи! Он это сделал! Да как?
наконец-то, Акинатор, да, я загадал сам себя. И что вы мне сделаете? Да, я поступил так, и что? Я реально загадал себя. Ну как же долго он меня угадывал? Ответим, что да, ты прав. Теперь я загадал очень интересного персонажа. Я снова вам не хочу говорить, кто это. Ваш персонаж Джин? Почему у него первый вопрос про Джина? Надо будет проверить и загадать Джина из Бравл Старса. Прикиньте, если не угадает. Ваш персонаж существовал в реальности? Скорее... Да нет, вообще не существовал, 100%. Ваш персонаж ходит на двух ногах? Возможно, частично ходит. Ваш персонаж женского пола? Да, это 100% женского пола, чуваки. Тут вы уже можете начать догадываться, о ком я. Но я думаю, вы не справитесь. Ваш персонаж из пиццерии? Нет. Какая пиццерия? Там пиццерии даже близко нет. Ваш персонаж хороший? О, вот это уже красивые вопросы пошли. Нет, мой персонаж очень нехороший. Я бы даже сказал, он очень плохой. Ваш персонаж из страшилок? Я не знаю. Отвечу, что не знаю, потому что я не знаю. У вашего персонажа есть шерсть? Нет. Ваш персонаж кукла? Ой. Да? Ваш персонаж маленький? Нет. Да ладно, чего угадает сейчас? Нет, он не угадал. Ваш персонаж имеет отношение к популярному сериалу? Да, имеет отношение. Вашему персонажу больше 10 лет? Я не знаю. У вашего персонажа есть бабушка? Да что за вопросы пошли? Нет, я не знаю. Говорит ли ваш персонаж на русском? Да, нет. Ваш персонаж балерина? Я не знаю. Ваш персонаж показывал свое лицо на ютубе? Он был так близок. Я думаю, все вы уже догадались, кого я загадал, кроме него. Вот как всегда. Какой ты глупый, Акинатор. Мне кажется, мы его троллим просто максимально. Ваш персонаж весит более 100 килограммов? О, это, наверное, да. Че, угадает? Да, он угадает сейчас, чуваки. Ну. Он дурак. Есть ли у вашего персонажа взрослые дети? Да нет же. Ваш персонаж это теоретик игры FNAF? Нет. У вашего персонажа есть брат или сестра? Я не знаю, блин, это что? Ваш персонаж огромный? Да, вот огромный он точно. Обладает ли ваш персонаж искусственным интеллектом? Хороший вопрос, только я не знаю. У вашего персонажа имеется пятно на глазу? Пятно на глазу? Это как? Отвечу, что не знаю. Ваш персонаж первый ребенок в семье? Господи, как он меня достал. Это же не так сложно. Он же просто задал два вопроса и уже можно было угадать. Нет, не первый. Ваш персонаж носит макияж? Я не знаю. Я думаю, это кукла-убийца из игры в кальмара. Что? У него был такой глупый последний вопрос. Настолько глупый. И он все равно угадал. Как? Как он это делает? И зачем он задает такие странные вопросы? Вот так вот выглядит наш Джин. А вот так вот выглядит Джин из Бравл Старса. Так давайте мы его загадаем. Ваш персонаж Джин? Ну да. Все, он уже сейчас должен был угадать. Какие дальше-то вопросы? Зачем? У вашего персонажа есть хвост? Вроде бы нет. Ваш персонаж ходит на двух ногах? Это да. Блин, мне интересно, сможет ли он справиться с этим? Ваш персонаж существует в реальности? Нет, это 100%. Ваш персонаж из игры Brawl Stars. Блин, это да. Но он должен уже сейчас угадать. Опа, грузится. Давай, Джин. Ну ты чё, серьезно? У вашего персонажа есть лампа Джина? Ну да, он же Джин. Конечно, у него есть. Что за глупые вопросы? Ваш персонаж родился в России? Откуда мне знать? Наверное, нет, но я отвечу не знаю, на всякий случай. А то вдруг Джин из Brawl Stars из России. У вашего персонажа есть крюк? Есть обычный джин, а есть джин-пират. Это скин на джина. Ну, у него есть крюк, а у обычного нет. Ваш персонаж носит пиратскую повязку на один глаз? Возможно, частично. Ваш персонаж пират? Возможно, частично. У вашего персонажа есть крылья? Нет, это уже неправда. О, что? Я думаю, это джин-пират. Ну, блин, я загадывал другого джина. Я обычного джина загадал, а он угадал джина-пирата. Но все равно Акинатор справился со своими заданиями. Он угадал абсолютно всех, кого я загадывал. Прямо сейчас подпишитесь на мой канал, чтобы новые ролики не пропускать. Самое интересное, напишите в комментариях, кого мне загадать в следующий раз. Это будет реально смешно. Посмотрите другие видео с канала, мы увидимся в следующих роликах. Пока!